так, это мы запустили сам майнинг, то есть веб-интерфейс, веб-морду майнинга, то есть майнинг фермы. Значит, вот настройки. Я майню сейчас на европейском найсхэше. Сам майнинг статус самое главное. Вот он показывает 502. Ну, оно будет... Ой, 503, вот, общее. Здесь он показывает, сколько чипов на каждой плате, частоту чипов, показывает, сколько идет мегахэш с каждой платы, температура самой платы, на которой чип расположен, температура чипов. Здесь сами чипы, то есть все нули говорит о том, что все они работают. Если будет крестик, значит не работает. Настройки нетворк идет у нас DHCP, то есть автоматом получает он адрес, вот он получил его адрес сотовый. Ну и переходим к NiceHash, к личному кабинету, вот, запускаем дашборд. Он обновился, вот он говорит, что один в активе, сейчас вот идет 37, то бывает 37, то бывает 70, то 60, то есть статистика плавает здесь. Это, в принципе, как бы нормальная история. Факт будет после 24 часов. Так, переходим к воркерам, показываю воркеров. Итак, вот у нас воркеры, один активный фикс-луп. Алгоритм и скорость. Каждые 10 минут идет обновление.